Гул нескольких десятков голосов заполняет всю аудиторию. Очередное задание выполняют участники сессии по разработке смыслов логотипа Самары. Дизайнеры, пиарщики и просто неравнодушные горожане готовы потратить свой выходной на мозговой штурм и творческую работу. Все ради одной цели – понять главные ценности города Самары. Чего мы хотим сегодня получить? Мы хотим понять, какой мы город и чем мы отличаемся от всех остальных. Мы хотим найти свою уникальность. И она обычно у нас выражена все-таки в словах. Поэтому, да, мы хотим, собственно говоря, найти те слова, которые для нас значат именно наш город. Найти эти слова необходимо, чтобы потом выбрать для них самый точный визуальный образ – логотип города. Значение сегодняшнего дня настолько большое, когда у нас закончится сегодняшний день, мы будем считать, что мы прошли 50% всего пути. Результаты позволят нам сформулировать техническое задание для разработки логотипа. Позволят нам в дальнейшем более эффективно организовать работу рабочей группы, которая проведет отборочный конкурс по выбору лучших проектов логотипа, которые будут в последующем вынесены на обсуждение всех граждан. Все участники сессии сошлись на том, что Самаре важен ее исторический центр, развитие инноваций прорывных технологий, сохранение самарской луки и поддержание статуса туристического города. Эти результаты теперь будет анализировать рабочая группа при городском департаменте градостроительства. Мнение общественности и профессионалов ляжет в основу тех заданий для создания логотипа Самары. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.